Новости 24 продолжит работу телеканала ННТ. В студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Ровно месяц на устранение нарушений. Рособорнадзор временно приостановил аккредитацию ДГПУ. Что мы едим? В Дагестане проходит 23-й Всемирный конгресс по клиническому питанию. О том, что есть полезно, а что вредно, вы узнаете через минуту. К тому, что они сделали, вполне применимо слово «подвиг». В Совете Федерации прошла церемония награждения детей-героев, в числе которых был и дагестанский школьник Муслим Галгатов. Футбольный матч завершился массовой дракой. Потасовка произошла между игроками махачкалинского региона «Динамо» и астраханского «Водоря». Рособорнадзор приостановил на один месяц аккредитацию Даггосппедуниверситета. Надзорный орган проверил качество образования и выявил ряд нарушений в ВУЗе, в том числе по некоторым образовательным программам и по программе «Доступная среда». Так, нарушения предписано устранить в течение месяца. Пока же все подразделения ВУЗа продолжают работать в штатном режиме. В Дагестане новый министр экономики и территориального развития Гарджи Султанов утвержден в должности указом главы республики Владимира Васильева. Напомним, с 13 мая текущего года он был назначен временно исполняющим обязанности. Султанов работает в системе Минэкономразвития с октября 2014 года, в том числе в качестве заместителя главы ведомства. Имеет почетное звание «Заслуженный экономист Республики Дагестан». Ведущие диетологи всего мира обеспокоены здоровьем людей. В Дагестане проходит 23-й Всемирный конгресс по клиническому питанию. Ученые и профессора из 27 стран мира выступают в Махачкале с докладами. О том, что вредно, а что полезно употреблять в пищу, знает Хамза Нурмагомедов. Врачи бьют тревогу. Они утверждают, с таким питанием ничего хорошего в дальнейшем мы ожидать не можем. Нарушение связано и с плохой экологией. Все, что мы употребляем в пищу, дает информацию организму. А большинство продуктов, которые мы сейчас едим, непонятно из чего сделаны. Нет у нас ни знака качества, нет у нас серьезного подхода, государственного подхода. Нигде, ни в одной республике, и в Дагестане тоже. Этих гамбургеров есть нельзя. Это неопределенно что. Неопределенно когда, это пища сухомятка, это пища на скорую руку. Самое большое количество людей, страдающих ожирением, проживает в Мексике и в Америке. А эта болезнь приводит к увеличению смертности. И современные диеты от похудания, по словам специалистов, ничего кроме вреда не приносят. Мы элементарно должны знать, когда и что можно употреблять. Это очень большая проблема, на фоне которой появляются болезни сердечно-сосудистого плана. И мы хотим лечить эти заболевания эффективными методами, именно с помощью питания, без лекарств. И, конечно, нам нужно использовать целостный подход. Люди должны следовать умеренному питанию и питью, не курить сигареты, потому что курение сокращает жизнь. И, конечно же, заниматься спортом. Но и спортсменам, особенно профессионалам, надо быть осторожными. Я знаю, что об этом не нужно было бы говорить, но так как питаются спортсмены единоборств, тяжелоатлеты, там все выверено. Но это не долгожители, это далеко не долгожители. То есть это огромное количество углеводистой пищи, легко усваиваемых углеводов, чтобы покрыть те колоссальные расходы, которые они, значит, имеют во время тренировок и спортивных соревнований. Вегетарианцы также наносят себе вред, считает профессор Чибисов. Отказ от мясного через 2 года приводит к такому тяжелейшему заболеванию, как анемия. Человек становится вялым, плохо соображает, а подростки из-за неправильного питания в 25 лет имеют разрушенную печень. Такого не было на протяжении столетий. И задача конференции – снизить заболеваемость. В первую очередь посвящено этому, чтобы наш народ жил здорово, дольше и чтобы у нас было много. В рамках мероприятия организовали выставку. Любой желающий мог попробовать экологически чистый продукт местных и зарубежных предпринимателей. Конгресс продлится до 20 ноября. Около 100 ученых будут работать по 16 направлениям. В одной из секций врачи расскажут, как побороть сахарный диабет. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. 93 новых служебных автомобиля марки «Шкода Октавия» получили подразделение республиканского ГИБДД. Новое техническое оснащение поможет улучшить ситуацию на дорогах, которая является критической. Только за последний месяц в ДТП погибли 23 человека. Сотрудники дорожной полиции уже приступили к патрулированию дорог на новых авто.
Сегодня еще даже середина месяца мы потеряли на дорогах республики 23 человека погибшими. Ситуация непростая, можно сказать, даже критическая. И поэтому вот работа дорожно-патрульной службы, она очень важна для обеспечения безопасности граждан республики. Поэтому я полагаю, что такое техническое оснащение сотрудников ДПС, оно должно привести к результату. Церемония награждения детей-героев в Совете Федерации России стала уже традицией. Проходит она 6-й год подряд. 20 юных и отважных храбрецов. Среди них школьник из Дагестана Муслим Далгатов, который спас друга, рискуя собственной жизнью. Подробности героического поступка у Зумруд Гамидовой. Неосторожная прогулка обернулась в тот день для ребят трагедией. Друзья Муслим и Умар шли за мороженым, проходили мимо высокого речного берега. Конечно, родители предупреждали, что подходить близко к обрыву опасно, но любопытство победило. На самом краю мальчик поскользнулся и полетел вниз. Муслим попытался его удержать, но сил не хватило, и он полетел следом. Дети упали в реку, но школьник, рискуя своей жизнью, помог выбраться из 70-метрового обрыва своему другу. Мы двое были без сознания. Я от холода проснулся у себя. По сторонам смотрю, вижу его одежды. Туда иду, другой рукой хотел его вытащить. Смотрю, рука сломана и кость вышел. Я тогда другой рукой его вытащил в берег. И тогда мы увидели тропинку. И мы туда шли, шли, шли. Находясь в шоковом состоянии с открытыми травмами, Муслим сумел преодолеть больше километра и добраться до дороги. К счастью, там их заметил проезжающий мимо полицейский, который отвез их в больницу. В один миг из обычного мальчика он превратился в настоящего героя. Теперь Муслима знает вся страна. За проявленное мужество и отвагу он удостоился награды от Совета Федерации. Медалью за мужество в спасении и благодарностью директора Росгвардии награждается Далгатов Муслим. На вопросы смельчак отвечает скромно, говорит, что любой бы так поступил на его месте. В семье Юсупа и Айны Далгатовых 5 детей. По словам родителей, он всегда выделялся среди остальных. На редкость самостоятельный и не позволяет говорить с ним, как с ребенком. Он у меня такой смышленый, шустрый, честно говоря. И такими поступками, наверное, можно было ожидать от него, потому что у меня как бы... характер такой, как бы, боевой. Было, честно говоря, как бы страшно то, что случай у меня такое произошло. Как бы благодарил Аллаха, что они остались живы, честно говоря. Поступком внука гордится и бабушка, но говорит, что он был ожидаем. Мальчик растет отзывчивым и всегда готов прийти на помощь. Я не удивляюсь этим, потому что до этого тоже в семье... Он себя, свой характер же показывал, какой он насчет этого смелый. Как он вот это вытерпел, все, боль, сломанная рука, ходьба. И не пикнул же ни разу, ни даже это, в больнице тоже, как это, не плакал. К своей славе Муслим относится весьма скромно, стесняется. Себя героем не считает. Говорит, что в голове была одна мысль – спасти друга. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Казбековский район. Массовая драка после футбола. Потасовка произошла между игроками махачкалинского «Легион Динамо» и астраханского «Волгарян». Футбольный матч проходил в рамках 18-го тура сезона ПФЛ «Зона Юг» в Астрахани. Все разгорелось из небольшой стычки двух футболистов сразу после финального свистка. В итоге в драку оказались вовлечены как полевые, так и запасные игроки и даже болельщики команд. Сама игра завершилась ничьей 1-1. Оба гола были забиты в первом тайме. Таким образом, махачкалинцы сумели прервать 11-матчевую победную серию астраханцев.
Да уж, такие моменты. Полная самоотдача и концентрация до последней секунды поединка. Более 400 каратистов из 12 регионов страны съехались в эти выходные в Дагестан. Здесь, в Махачкале, проходил этап открытого кубка Союза Киошинкай России. Спортсмены разыграли 45 комплектов наград. Кому удалось завоевать большую часть медалей, узнаем в сюжете Курбана Рагимова. Жесткие лоу-кики, удары по корпусу и ногой в голову. Поединки в карате Киокушинкай всегда проходят динамично и зрелищно. Нокдауны здесь тоже не редкость. За один день бойцы должны провести по 4-5 поединков. Досрочная победа заметно упрощает путь к финалу. На домашнем татами победитель Кубка мира среди детей Магомедхан Магомедов встретил серьезное сопротивление, но все-таки сумел пополнить свою копилку очередной медалью. Мне всегда вот это хотелось приносить медали, чтобы мама всегда радовалась. Ну, иногда не получается, ну, часто все получается. В спортзале при стадионе имени Елены Исимбаевой в этот день не было свободных мест. Бои проходили на трех татами. Отношения выясняли дети, юноши и юниоры. Эмоции бьют через край. Борьба настолько жаркая, что тренерам в буквальном смысле приходится корректировать действия спортсменов по ходу баталий на татами. Турнир собрал свыше 400 каратистов. В споре за медали и кубки сошлись атлеты из Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга и Кемерово, а также почти со всех субъектов СКФО. Я вижу сегодня, как болеют представители команд, как переживают тренера. Здесь очень много родителей, которые приехали с детьми, потому что, наверное, с маленькими детьми нельзя было отправить одних. И они переживают, такой накал страсти я практически никогда на соревнованиях такого не видел. Кубок России чем хорош? Он разделен у нас на три этапа, и он допускает участие менее подготовленных спортсменов среднего уровня. И здесь мы их тоже видим. Они конкурируют сильными и набираются опыта. Вот в этом прелесть турнира. Дагестанская команда на этом турнире по-хозяйски рассчитывала только на победу. Основную конкуренцию нашим каратистам составили спортсмены из Москвы и Кабардино-Балкарской республики. Конечно же, регионы сюда привезли лучших бойцов, которые прошли у себя отборы. Вот. И, ну, Дагестан представляет двойной состав, да, то, что нам есть. Да. Это для нас большой плюс в том плане, что мы будет возможность для молодых, как бы, новичков, да, не выезжать куда-то на Кубок России, а здесь именно у нас, в столице нашей, да, чтобы набраться какого-то опыта. Всего на турнире было разыграно 45 комплектов наград, большую часть которых сумели завоевать каратисты из Дагестана. Следующий этап Кубка Союза Киокушин пройдет в Калининграде, после чего будут подведены общие итоги. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.